любви чаще всего выбирают одного партнера на всю жизнь, но с трудом могут сохранить семью, если им приходится разделять бытовые трудности. Не терпят владельцы этого имени праздной жизни и готовы к подвигам. У них есть свой собственный, нерушимый взгляд на жизнь и уверенность в своей правоте. При определенном роковом стечении жизненных обстоятельств зачастую владельцы этого имени превращаются в диктаторов, хотя в обычной жизни они достаточно миролюбивы. Астрологи рекомендуют этим людям научиться бережному отношению к самим себе. Не обещайте человеку с гласной «и» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. «И» значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Они умеют отстоять свои взгляды, но стараются избегать конфликтов. Способность не обманываться видимостью, а вникать в существо. Счастливые цвета для владельцев этого имени являются оттенки розовато-лилового, фиолетового или пурпурного цвета. Такие люди обладают богатством идей, заботятся о своем внешнем виде. Для людей с таким именем характерны вибрации, излучающие оптимизм и доброжелательность по отношению ко всем людям. Люди с буквой «Т» в имени отличаются страстью и пламенной натурой. Они всегда стремятся действовать. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.